Стартовала вторая смена пришкольного лагеря «Территория талантов Ералаш» на базе 5-й школы. Ежедневно здесь для детей организуют увлекательные мероприятия. Вторая смена посвящена развитию творческих способностей юных муравленковцев. Ералаш – это море улыбок, мастер-классы, выездные экскурсии, игры, танцы и безграничные возможности для реализации потенциала каждого ребенка. Мы пытаемся научить детей чему-то новому, чтобы они приобрели новые навыки, умения. Мы собрали себе штаб, команду вожатых, которые обладают разносторонним развитием в виде каких-то математических знаний, знаний иностранного языка, знаний музыкального какого-то творчества и театрального творчества. За 4 недели работы пришкольного лагеря 250 ребят приобретут новых друзей, отдохнут и получат массу положительных эмоций. А еще в лагере вкусно кормят и проводят оздоровительные процедуры. Планы у нас – развлекать детей, проводить с ними время, их досуг, также развлекать и интеллектуально с ними проводить время, развивать. Вторая смена продлится до 31 июля. Присоединиться к веселой компании можно и сейчас. Для приема нужно собрать небольшой пакет документов. Заявки принимают в управлении образования или в самом пришкольном лагере. Мы тут играем, мы много соревнуемся. Мне тут нравится играть с друзьями и соревноваться. Мы спортсмены классные, мы взрывоопасные. Кто сегодня победит, ну, конечно, динамит. Ну, мы здесь занимаемся, ну, всякое, играем. У нас какие-нибудь конкурсы, соревнуемся между другими отрядами. Мне нравится, ну, играть, там, соревноваться против других отрядов. Сегодня были мы, типа, бегали, искали карточки. Там была цифра 5, значит, это наш отряд, и мы берем их. И потом мы собирали пазл. Ямал должен стать лучшей территорией детства и сохранить свой статус одного из самых безопасных регионов. Это озвучил губернатор Дмитрий Артюхов в своем ежегодном докладе. Сегодня в округе уже стартовали мероприятия, посвященные столетию Ямала. В рамках масштабной программы ребятам в пришкольном лагере вручили небольшие подарки с символикой юбилея округа. Наталья Матюшкина, Дмитрий Еписеев, Антон Иванов, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.